Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Зима пока не решила, чем удивлять, поэтому предложит, скорее всего, разнообразие. Но рассчитывать на излишнюю лояльность февраля все же не стоит. Итак, завтра на севере днем воздух прогреется до 6 градусов выше нуля, будет облачно. В ночные часы ждем дождь, гололедицу и туман. Так что будьте осторожны, вот температура опустится до -1. В центральных районах Добосарах и Григориополе днем 5-7 с плюсом. Небо затянут облака, в ночные часы ждем дождик и туман будет. А температура до 3 градусов выше нуля. На юге картина похожая. Днем до 7 с плюсом. Небо затянут облака. В ночные часы дождливо. В утренние часы ждем туман и гололедицу на дорогах. Так что будьте осторожны, берегите себя. Ночная температура до 3 с плюсом. Также ветер будет юго-восточным ночью. А вот днем он сменится на северо-западный. И будет он 6-9 метров в секунду. В последующие сутки слабо. Дождик в расписании и небольшое повышение температуры. Мне на этом все. До встречи.